Жительница Северского района Лариса Матущенко отметила свое 95-летие. Лариса Денисовна уже более 20 лет возглавляет первичную ветеранскую организацию станицы Григорьевской. Также она инициатор общественных мероприятий, направленных на благоустройство станицы. Низкий поклон от меня лично, от всех, с кем вы работали долгое время, совет ветеранов. Люди вас любят, люди вас ценят, очень такие теплые слова говорят, поэтому низкий поклон. Спасибо вам, что столько времени уделяли людям. Вы людей любите, люди любят вас, поэтому дай Бог еще долгих-долгих лет жизни. Попробуем. Вот смотрите, сколько людей пришли к вам поздравить вас, поэтому счастья вам и здоровья крепкого. В день юбилея для именинницы прозвучало много искренних слов поздравлений, в том числе и музыкальных. Лариса Денисовна, несмотря на возраст, остается энергичной, активной и неравнодушной женщиной.